Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, забираем награду за Лигу Мастеров. А теперь интересно, где мы окажемся? Ну, конечно же, Лига Самураев 3 звезды, ребят. Я почему-то даже ни на йоту не сомневался. Вообще. Потому что всегда стабильно, когда мы заходим в игру, мы почему-то в Лиге Самураев 3 звезды. И ничего с этим поделать нельзя. Но я знаю, как мы можем сегодня с тобой из этой ситуации выйти. Причем довольно легко и быстро. Ты видел, да, что я взял Макмана. То есть я сейчас собираюсь в данный момент их просто рвать. Всех. Я не собираюсь тут с ними рассусоливать, что-то какие-то тут диалоги вести, говорить как надо или не надо. Я беру топового бойца, и я к нему присоединяю славу бойцов. И я должен добраться сегодня, ну, попытаться, по крайней мере, взять Лигу Мастеров. Пускай даже одна звезда. Но я ее должен взять. И, может быть, даже продвинемся чуть дальше. Тут уже посмотрим, как пойдут дела. На самом деле, я сегодня не планировал, ребят, снимать игры на своем основном канале. Я хотел поснимать игры. Я купил 3 новые игры. Морскую звезду, помните, да? Я показывал недавно вам демо-версию этой игры. Я ее купил. Вторая игра... Это у нас идет город-тюрьма, ретро-шутер, даже не знаю, как ее назвать, ретро-платформер или что-то в этом роде. Короче, там со времен, знаешь, графика как на Денди в свое время. Ну, она прикольная игра. Единственное, друзья мои, я ее запустил, я не мог подсоединить к ней геймпад, поэтому я пока ее в сторону отложил до лучших времен, потому что 2 геймпада у меня идет по заказу. И я надеюсь, что они хотя бы будут у меня, потому что вот эти геймпады, которые куплены, ну, уже давно, они у меня беспроводные. Но тут какая-то проблема пошла с именно с коннектом по блютузу, по радио, не, оно не получается, ребят. Вот, заказал 2 геймпада себе. Один, а, не, вообще-то они оба проводные, то есть один блютуз проводной, а другой чисто проводной. И я хочу посмотреть, ну, поможет ли мне это как-то дальше в играх. Я знаю, что провод мешается, все. Ну, ребят, лучше пускай будет мешаться провод, чем проблемы с коннектом. Вот. И третья игра — это у нас Kingdom Rush, помнишь игру? Вот. То же самое, Kingdom Rush, только на китайскую тематику. Друзья, не запускал, еще не смотрел. Вот. Решил, плюнул, короче, я психанул на это все дело. И решил вначале все-таки отыграть черепашек. Черепашек-ниндзя. Потом, наверное, мы сыграем в Dino Bash 2, скорее всего. И уже после этого геймпад отключен. В плане. То он подключиться не может, то он теперь уже отключен. Вот, а уже после вот этого всего, как мы с тобой отыграем здесь, я перейду на второй канал, если у меня останется, конечно, время для этого. Во-первых, Skyland, ну, нужно допройти, я не знаю, сегодня последняя серия будет у нас или там еще как-то завяжется история. В общем, все это будет видно в дальнейшем. И посмотреть, ну как посмотреть, начать играть уже в новые игры. Морская звезда и что? И вот этот вот новоиспеченный Kingdom Rush на китайской тематике. Ну, я, по крайней мере, ребят, посмотрел трейлер, ну, один в один Kingdom Rush, один в один, ребят. Единственное, что там самураи всякие бегают, ниндзя. Такая вот тема. В общем, надо будет зайти и посмотреть. Но на самом деле это еще не все, ребят. Еще планирую взять игру. Не знаю, пока жду. Возможно, она будет уже взломана. Это так, между нами. И тогда мне не придется, ребят, ее покупать. Я просто скачаю с торрента и буду в нее играть. Потому что стоит она не кисло. 1500 рублей. Вот. Как бы, тем более DLC там не намечается. Так что скачаем просто-напросто и поиграем. Посмотрим. Там игра про подводный мир. Там не стратегии, там чисто наверное, скажем так, приключения. Вот. Ну, короче, не буду, ребята, сейчас ничего там вам обещать. Это просто в планах.
И посмотрим, как у нас эти планы пойдут. Потому что в данный момент, пока я учусь, да, учусь, как ребенок какой-то. Ну, ребят, есть у меня там от работы, меня специально на учебу отправили. Вот, пока я этим делом занимаюсь, у меня есть немножко свободного времени. Даже в рабочие мои дни. Вот я, например, сегодня... Ну, сегодня я должен быть на выходных. У меня 3 выходных должно быть. Но так как я учусь, у меня 5-дневка на учебе. То есть суббота, воскресенье, только выходные. То есть 3 дня я отучиваюсь, и все. И потом я опять иду на работу. На свою основную буду пахать. Вот, но это недолго. Буквально до 24 сентября. А с 24 сентября, как вы знаете, я ухожу в отпуск. И вот тогда-то, ребятушки, вот тогда-то мы оторвемся по полной программе. Будем играть во все, что не попади. Вот. На Android-системе, ребята, есть у меня для вас две, ну, сказать, новые игры. Это... Я бы соврал, игры старые, но тем не менее, некоторые игроки попросили, чтобы я их заценил. Я их скачал. Дорогого стоило, ребята, чтобы их найти и как скачать. Но тем не менее, у меня удалось. Я еще их не смотрел, не проверял, но тематика такая же, как в Дракономании. То есть, развиваем базу, развиваем наших, там, я не знаю, драконов, монстров, кто там будет у нас. И опять же баталии. Так что это все в дальнейших планах. Не знаю, пойдут они, запустятся или еще что-нибудь. Пока не проверял, поэтому врать, ребята, вам не буду. В данный момент играем в Черепашки-ниндзя. Идем довольно успешно. А по-другому здесь и быть не могло, потому что мы уже с тобой... Нет, еще не перешли. Сейчас мы перейдем в Лигу Сёгунов. Так, подожди-ка. 16-21. Мы сейчас перейдем с тобой в Лигу Сёгунов. По-моему, 3 звезды, насколько я понимаю. И там уже, в принципе, рукой подать до Лиги Мастеров. А цель сегодня — дойти обратно до Лиги, именно Мастеров. Так, хорошо, нахлобучил. Давай пулеметную дробь. Давно мы ее не использовали. Пора бы. Так, хорошо. Еще, ребята, один косяк. Нелепый, конечно, но вот так получилось. Играл растение против зомби-герои. Начался сезон новый, насколько вы помните, да, который я ждал. В общем, суть в том, что я забыл нажать на запись. Да, на ОБС-ке я забыл нажать на запись. И получилось так, что вся серия моя улетела в трубу. Но я тебе сразу скажу, что ни одной легенды мне не выпало. Ни одной, ребят. И это меня очень... взбесило. 7 паков просто в пустоту улетело. Зато дали очень много, буквально на 1500 энергии дали мне левых дубликатов. Так что серия тоже должна будет выйти уже в ближайшие дни. Вот, и будем дальше продолжать бомбить растения или зомби. Посмотрим, за кого будем играть. Какие у нас ежедневные задания будут и тому подобное. Так, ну что, постепенно урон висит на обоих, точнее уже на одном. И жить ему осталось буквально секунды. Все. Очень быстро, ребята, идет продвижение, потому что получается как бы у нас второй день, да? Если не ошибаюсь, сегодня вторник же у нас. Но что-то с Лигой Мастеров я немножко, наверное, погорячился. Хотя, должен перейти. Надо только постараться. Так, 16-22 вижу. Рокзар, так. Ну, допустим. А у нас уже 70-ники там идут. Не обращайте на мой голос, ребята. Возможно, вам покажется он ватным. Или каким-то непривычным. Немножко под шафе. Чуть-чуть, буквально капельку. Выпил сегодня 8 бутылочек пивка выпил. Что-то мне так захотелось, прям вот не могу, ребят. Я вообще не пьющий человек, на самом деле. Но чего-то сегодня вот потянуло. Вот, и немножечко решил принять. Вначале взял 4, мне что-то так захорошело. Я взял еще 4. С этими 4 баночками пива я выжрал килограмм креветок. И такое состояние сейчас, знаешь, эйфория.
Я знаю, что когда пойдет уже отходняк, мне будет намного сложнее. Вот, поэтому надеюсь, мы с вами доживем до... Так, тихо. До следующих игр, которые я сегодня планировал. Возможно, будет сегодня перевод не такой, как параллям, как мы обычно делаем, да? Каждый персонаж по возможности отдельно. Возможно, будет все одним голосом. Возможно, с кучей запинок, потому что я и в нормальном состоянии очень часто запинаюсь. В общем, посмотрим, как оно у нас все это дело пойдет. Так, 65 уровень, 65-64 против моих 70-х. Риск. Большой риск, ребят, тем более Майки здесь усиляет вражескую команду. Ну, свою команду. Для меня она вражеская, конечно же. Так, замедлях сработал, но не на всех. Давай-ка так сделаем. Давай. Давай баф. Давай. Каждого бафает по-разному. Так, выпускаем бурундуков. Ну, хотя бы минус двоечка. И выпускаем метеорит. Классно. Тут мы их, конечно, порвали. Как тузи грелку, друзья мои, порвали мы их. Ну давай, там чуть-чуть осталось нам. Буквально, ну сколько? Ну буквально, наверное, еще один поединок. И мы будем в Лиге Мастеров. Так, Майки 68 уровня. Я возьму здесь Армагона. Я не буду рисковать, друзья мои. Оно того не стоит. И следующий поединок тоже я возьму откат, чтобы отыграть остальных двух персонажей. Хорош. Приголубил, так сказать, да, валунчиком этих ребят. Пойду-ка я, наверное, после игры поставлю себе чайник и налью еще капучино. Что-то хочется прям вот пить. Охота, сил нет. Так, попробуем 17-23. Ну, вряд ли, конечно, дадут. Ну, а вдруг? Ну, а вдруг, ребята? Нет, нифига. Не, ни в какую. Сказали, Рэй, иди-ка ты знаешь куда? Козе в трещину. Обычно так. Обычно так это происходит. Козе в трещину и все. Нет, не хотят. Ладно. Возьму маузеров, чтобы долго с ними тут не сисюкаться. Пускай будет Майки. Эти два хламона. И, например, возьмем еще паукса. Все, ребят. Фулл команда. Идем на разборку. Естественно, сейчас кто? Маузеры, наверное. Ну да, 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 да. Майки здесь переплевывают маузеров. Ну а маузеры переплевывают, естественно, по атаке. По масс-атаке. Все, даже никаким. Даже не на долю сомнений, ребят, не было, что мы здесь их порвем. Так, продолжаем и переходим на 79-я позиция. Ребят, не такая уж большая, если честно. Я даже не уверен, что на следующую серию нам хватит удержаться. Ну, как получилось. Так, ну что, давай, наверное, пробежимся тогда по серии испытаний. Возьмем вот здесь Армагон. Пускай будет у нас. Возьмем Кожеголову, возьмем Леонардо и возьмем. Пускай будет Пиццелицей. Ну, в принципе, тут практически топовая команда. Друзья, тут шансов у них тут на выживание, ну, ноль. Посмотрим. Так, Армагон первый бомбит валуном. Так, Кирби уничтожаем. Перебегаем с тобой на вторую волну. И опять же, по возможности масс-атаки. Так, у Леонардо, к сожалению, нету массовой атаки. У Кожеголова тоже нет. И у Пиццелицы нету. Замечательно, они у меня все без масс-атак. Давай хотя бы ракетами, что ли? Как-то их немножко. Вау, немножко. Да тут не немножко, ребят. Тут мы их просто всех вынесли. Чёртовой бабушки на куличке. Так, ну и все, да, получается. Серия испытаний у нас пройдена. Дальше у нас идет поединки в боях. 24 тысячи мутагена. Донни, по-моему, у нас прокачан. Да. А, нет, вру, друзья мои. 10 ю магнитофонов нужно. Ты издеваешься? Видеомагнитофоны ты мне не даешь? Вот они идут. Спокойненько, без всяких проблем. Почему он тут мне не стал давать, я не знаю.
Так, это получается 4, 5, еще пяток. Еще нужен пяток. 6. Так, 7. 8. 9 и последний. Не надо портрет короля. Давай, вот. Нет, не то. Все. Блин, какой все, еще 14. О, ребят, нет. Это уже потом. Единственное, что я могу сделать, это прокачать его на уровень. Поднять ему левел ап. Думаю, он заслужил 70-ник, да? Все, ребят, козырно. Так, забираем с тобой все награды. Все награды мы забрали. И по списку... Подожди, почему по списку-то? Ну, здесь нам делать нечего. Тут тоже. Здесь все сделали. Ну да, получается, что все, друзья. Короткая получается какая-то серия, но тем не менее. Так, пицца есть? Не вижу я пиццы здесь. Так, а у нас... Ага, он переместился вот сюда. Ну, давай тогда оставшуюся пиццу потратим на поиски кружек. Тут не хватит. Последняя попытка тогда. Никаких кружек. Одну только нашли. И все, ребят, на этом. На этом все. Мы перешли с тобой в Лигу Мастеров обратно. Одна звезда. 87-я позиция. В принципе, недалеко рванули. Скинут нас обратно. Ну, я надеюсь, уже не до... Там Лиги Самураев одна звезда или сколько? 3 звезды. Что нам проходить опять Лигу Сёганов и тому подобное. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.